Когда я смотрю на престарелого, преклонных лет человека, чей возраст перевалил за 80, который каждый день ходит босиком на большие расстояния только ради того, чтобы купить себе несколько хлебных лепешек, за счет которых он живет, это, клянусь Аллахом, разрывает сердце. Хорошее отношение к человеку оказывает воздействие. Когда ты не смотришь на него свысока, идешь рядом с ним, это сближает тебя с ним. Все это было прелюдией к тому, чтобы поговорить непосредственно по теме «Знакомство с религией ислам». Мы начали ему все объяснять, и свои слова приправляли добрым и искренним отношением к нему. Объясни ему, что ислам – это религия единобожия, это поклонение. Мы поклоняемся только одному Аллаху, и что Аллах отправил нашего пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Я хочу, чтобы в конце его жизни, в 81 год, Всевышний Аллах спас его посредством нас, братья и сестры. Принимайте хорошую новость. Ашхаду. Ашхаду. Алла Илаха. Алла Илла. Илла Аллах. Илла Аллах. Ва ашхаду. Ва ашхаду. أن محمدا محمد رسول الله 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 أكبر الحمد لله أكبر الله أكبر